Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребята, с вами Механик. Сегодня у нас эксперимент в GTA 5, а сегодня мы будем реально взрывать, так что готовьтесь. И да, кстати, топ-коммент сегодня у нас вот этот, но не переживай, если вдруг это не твой коммент, потому что в течение видео могут быть вставлены еще другие комментарии, так что следи и смотри обязательно до конца. Итак, сегодня мы с вами будем взрывать что? Правильно, мы будем с вами взрывать газовые баллоны. Но наша цель с вами взорвать не просто взорвать газовые баллоны. Наша цель с вами сегодня крашнуть игру. Да, сегодня мы определим, сколько же баллонов можно взорвать, чтобы игра все-таки крашнулась. Не то, что можно, а нужно. Итак, я буду использовать вот такие баллоны. Ну и для начала давайте поставим штучек так. Сколько мы поставим штучек для начала? Уже 10 есть. Давайте сразу начнем, я думаю, с 15. Вот так вот они стоят. Я думаю, что они должны взрываться таким образом. Так, ну и посмотрим. Ну же. Как видите, здесь парочку стоят друг в друге, но это не должно нам абсолютно никак помешать. Давайте, ребята. Надеюсь, что и сейчас не крашнется. Пошло у нас возгорание. Так, ну смотрите, они как-то не все сразу бахнули почему-то. Возможно, их нужно ставить ближе друг к другу. Да, смотрите, они по очереди бабахают. А этот вообще целенький остался. Либо нужно было бомбануть чем-то таким поядрёней. Да, наверное, нужно бомбить чем-то, не знаю, даже не дробашом, а чем-то вот таким вот РПГ, например. Итак, как вы видите, у нас 15 баллонов абсолютно спокойно взорвались. Ничего, ничего просто не предвещало беды. Так, и соответственно, давайте мы их просто-напросто уберем, чтобы они нам не мешали, эти обрубки. И поставим еще больше баллонов. В этот раз, я думаю, что нам нужно поставить 30, наверное, да, давайте 30 будет баллонов. Кстати, ребят, если вдруг это видео неожиданно закончится, то мы с вами достигли цели, и значит, игра вылетела, вот и все. Потому что записываю я на Фрапс, и сразу же при вылете игры Фрапс тоже вылетает, поэтому я не могу попрощаться, поэтому это видео будет с таким с обрубленным концом, так что сильно не бомбите. Итак, уже 20 штук я расставил, давайте попробуем такую буковку Т из них нарисовать и попробуем бахнуть как раз таки вот в этот кончик. Посмотрим, что вообще получится. То есть они же должны, получается, должны взрываться все баллоны. Абсолютно. Как видите, я поставил даже 31. Ну, это такая прямо случайность, от которой я и вы, думаю, не расстроитесь. Так, буду бомбить туда прямо в центр. Думаю, что взрывной волной, в принципе, должно нормально бахнуть. Так, ну что, ребят, вы готовы? Надеюсь, что сейчас ничего не крашнется. Погнали! Вау! Просто как будто срезало, вы посмотрите. При этом вот эти остались у нас целенькие. Давай-давай, взрывайся. Есть. Эти бахнут сейчас, нет? Да, отлично, эти тоже бахнули. Получилась у нас довольно такая интересная картина. Реально буква Т вышла у нас. Но игра пока не крашнулась, и я вам больше скажу, даже FPS сильно не просела, по-моему, вообще не проседала. Значит, нужно переходить к чему-то большему, вернее, к большему количеству нужно переходить. Хотя можно взять и другие бочки на самом-то деле. Так, сейчас мы берем всякие вот эти остатки ненужные, чтобы они нам не мешали. И, в принципе, можем взять большие бочки, расставить их, но вы понимаете, что это займет очень-очень много места. А вот эти, они такие аккуратненькие, красивенькие. В принципе, мы можем их вот так вот наставлять друг в друга буквально, смотрите. Вот уже 50 штук, ребят. Сейчас сделаю 60 штук, отлично. И, как видите, мы их реально прям один в другой я поставил. Прям один в другой просто. Вот тут еще надо заделать немножечко, чтобы они у нас все соединялись, чтобы взрывной волной их реально прям вот каждый разнесло. Не знаю, сколько получится сейчас в итоге штук. Главное, чтобы все у нас было заделано.
чтобы это было максимально жестко, максимально эпично. Так, давайте вот здесь еще парочку поставим, соединим тут все. Ух ты, получилась такая свеча. Слушайте, ну 84 штуки, я думаю, что надо сразу до 100 досчитать. И почему бы нет, давайте попробуем вверх их немножечко вот так вот бахнуть. Кстати, 100 штук у нас уже имеется. Это очень круто. Можно попробовать сверху, но я очень боюсь, что оно не разойдется сюда вниз. Так, давайте. В принципе, я готов. В этот раз я думаю, что мы возьмем вот это вот орудие. И я вот так вот просто... Нет, я давайте я вот так просто пробегусь. Вот так. Так, вижу просадки в FPS. Просел аж до 40 кадров. Нифига себе. Че, все? То есть 100 штук вообще ни по чем, что ли? Не может быть такого. А, тут еще остались, смотрите. Надо было все-таки, наверное, взрывчаткой какой-то бахать. Так, ладно. Хорошо. Хорошо, пока нам не удалось крашнуть игру. Прошу прощения за свой насморк. Так, до сих пор не могу вылечиться. Уже достаточно давно болею, но... Пофиг, давайте дальше продолжать. Так, фаворит. И продолжаем с нашими газовыми. Один почему-то получился у нас вот здесь в воздухе. Мы его сразу же вот так вот переставим. Давайте, ребят. Давайте, давайте, давайте. Прямо дофигища сейчас поставим. Дофигища, в моем понимании, это где-то 150 в данном случае. Потому что в прошлый раз у нас было 100. Как видите, никаких абсолютно проблем не возникло. Поэтому, думаю, мы можем немножечко расшириться. Так. Довольно они интересно вот так вот встают. 148. Посмотрите, какая фигура какая-то получилась. 157, ну нормально. Давайте оставим 157. Сейчас возьму все-таки я гранату. Так, какую? Вот эту вот возьму РПГ и бахну. Да, ребят, кстати, повторюсь, не знаю, говорил, нет. По-моему, говорил, но если вдруг игра, видео закончится, значит, нам удалось крашнуть. И вы в любом случае узнаете количество, количество взрывчатки, которое нам необходимо, чтобы крашнуть игру. Итак, 157 штук сейчас и погнали. Разом просто бахнули все 157. Буквально 3-4 баллона остались. Да, где-то 4 баллона осталось нетронутыми. Но 157 штук просто бабахнули вообще в один миг. Убираем теперь все эти 157 кусочков. И будем ставить опять-таки еще больше. В этот раз я думаю, что их надо сделать еще больше. Так. Вот, как видите, у нас они получаются вот так вот. То есть достаточно все близко, все плотненько стоят. Буду такой чуть змеечкой их делать. Все-таки нам реально их надо много разместить. Так. 157, то же самое количество, что и было. Но мы на этом с вами, конечно же, не останавливаемся. Так, кстати, слушайте, у нас, по-моему, здесь некие такие прогалы образовались. Их нужно тоже так вот заполнить. Чтобы все было четенько, чтобы... Так, у нас уже 250, ребят, 250, мне кажется, это такое уже, ну, почти критическое количество этих баллонов. Но, может быть, и выдержит, не знаю, давайте посмотрим. Также выстрелю сейчас в середину. Давайте, надеюсь, сейчас игра крашнется. Йоу! Офигеть, посмотрите! Фиолетовое все стало, кусты фиолетовые стали, ребят. Офигеть просто. Кусты фиолетовые, черт возьми.